На 3 дня Заречный превратится в учебный полигон. Комиссия Главного управления МЧС России по Пензенской области проверит, насколько слаженно и эффективно действуют органы местного самоуправления, сотрудники предприятий и организации и специальные службы в чрезвычайных ситуациях. Учения пройдут в 3 этапа – осмотр специальной техники, отработка действий при чрезвычайных ситуациях на предприятиях и при эвакуации мирного населения. 27 июня будут тестировать городские системы. Темы оповещения. Управление гражданской защиты просит зареченцев, услышав сирены, не паниковать. Ситуация в городе под контролем. Неудобства, если, скорее всего, будут созданы небольшие для автовладельцев, автолюбителей, это по улице Индустриальной, это бывшая улица Литки, в районе печкомбината и РСК. Там в течение 1,5 часов будет затруднено движение. Хотелось бы вот обратиться ко всем, чтобы вы имели в виду. А в 18 микрорайоне после обеда в пределах где-то с 13 до 14 по улице Озерской, потому что будет скопление большое специальной техники.